понедельник в Самарской области будет пасмурно, возможен снег. Ожидается небольшое потепление. Днем минус 4, минус 7 градусов, ночью 6-8 ниже 0. Ветер преимущественно южного направления будет дуть со скоростью 6-8 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, утром снег, днем минус 4 градуса, ночью 6 ниже 0. Ветер южного направления 6 метров в секунду. В Тольятти небо закроют тучи, осадки в виде снега, днем минус 4 градуса, ночью минус 6. Ветер южный 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой снег, днем минус 5 градусов, ночью минус 7. Ветер южный 6 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.